Доброе утро. В общем, короче, у нас опять техники пришли, опять что-то делают, шланги меняют. Третий день подряд уже достали. Честно. Тут туда-сюда. Сейчас вот пытаюсь завтра приготовить, я никак не могу. Все делаю, делаю. Честно, уже надоели. Хотел сейчас салат приготовить. И никак. Все, зайду. Встали сегодня пораньше. Хоть дождь, этот, дождика нету. Солнышко. Какой-то веки. Что-нибудь поставил. Ой, доброе утро. Доброе утро. Что у нас там по погоде? Так. Что, здесь высохло? Спальник мой высох. А где остальное ты? Куда дел? Ну, здесь почти высохло все. Вон здесь. Угу. Конечно, плохо сохнет, прям не могу. Мне нравится. Солнышко. Прикиньте. Солнышко. Какой-то веки не дождь. О. Встали пораньше. Легли пораньше. Вот так вот. Бодримся. Мы бодрые, веселы. Опять эти шланги меняют, да и уже туда-сюда, туда-сюда. Каждое утро. Все, ушли, короче, тут намочили, капец. Тут воды, поменяли шланг. Что-то он мне не понравился. Что-то воды тут, короче. Вот, намочили. Жесть. Что у меня? Маслица. Завтрак готовлю. В общем, они, короче, ответственно подошли к делу и решили вообще тут капитально все поменять. Чуть такое льется. Хера себе, чуть такое. Вода какая-то. Какая-то вода ржавая. Слышишь, что? Обалдеть. Ржавая вода. Отсюда. Ржавая вода. Нифига себе. Так, ну все, помолчите отсюда. Прям встал и прям опять свои игры. Короче, что хотел сказать. Смотрите. Масло прямо сейчас вот растопило. И прям, знаете, запах такой этот, соленый. Точнее, не соленый, сладкий. Не знаю, почему такой запах прям сладкий-сладкий. О, давай быстрее. Я не хочу опять целый день проваляться. Выключай свой телефон. Долбал уже. Не тормози, пожалуйста. Все утро, блин, вот начнет сейчас. Если ты начинаешь, блядь. Я начинаю. Конечно. Да, меня хватит. Хоп, я раньше проснулась. Что, завтрак у нас почти готов. Яичница готова. Вот сок тут открываем. Вот этот, который. Так, салат мы уже завтра сделаем. Так. Так, у меня молоко, тут сахар. Так, по мелочи есть. Хочу вот этого сока. Ой, хорошо, мне нравится. Так, чай и яичник. Все, у меня там еще печеньки были. Вкусно. Брауни мы покупали к чаю. Так, вот эти вот возьмем. Сейчас. Откроем. Так, 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 так. Здесь закрыто все. Подоткрыть. Так, понимаешь? Вот, вот, все. Уже подоткрыть-то. А вот. Тыщ. Все, бам. Все открыто. О, муравьи эти сдолбали. Вот только-только проснулись, все, они уже ползли. Поползли. Они уже радостные, довольные. Хани, еда. Я не знаю, какой у них год. Я не могу все делать одной рукой. Либо ты что-то делаешь, либо что-то не делаешь. А лучше в камеру побежи. Я сейчас нафиг все испортить все. Можешь подержать камеру? На. Все. Хоть что-то сделать полезное. На меня. Вот. Вот. Вот так. Все. Держи. Все. Спасибо. Встала сегодня разложу видео. Уже задолбали уже это ходить. Ну что, у меня ломается. Какой есть.
так и есть. Непонятно, что есть. Потом плотно. Браун, что ли? Азиатный там. Меня все бесит, девочки. Все бесит, раздражает. Проснулся и не успею ноги. А все знаете почему? Потому что Вовка. А что Вовка сделал сразу? А потому что что он первым делом проснулся? Потому что ты тоже встала что и что? Что ты сделала первым делом, да? Я, Вова? Да. Ага. Что она пусть сделала? Я все встала, оделась и пошла в готовку. Да, конечно. А что сделал Вова? Ты полезла в телефон, ага, встала. Не конечно, надо гнать. Конечно, давай на ниночку. Да. Бесит он меня. И ты мне тоже. Я вообще уже сказала, говорю, давай разберемся. Бесит. Меня знаете, что бесит? Меня бесит вот это вот ограниченное пространство. И честно, меня очень бесит. В том плане, что вот не развернуть, я не могу. Здесь вот туда-сюда повернулся, все, капец, блин. Вот это меня бесит. Вот честно. Девочки, будете выбирать недвижку, выбирайте с нормальной кухней. Потому что, я не знаю, может быть, кто-то привык вот в таком пространстве, готовит, там, жить. Я, честно, в таком пространстве не привыкла. Меня это очень напрягает. Моя кухня 9 метров, которая и то мне иногда маловато. Плюс еще боишься здесь каждую крошку оставить, понимаете? Из-за того, что, блин, эти гады лазят постоянно везде. Постоянно каждую штучку подтираешь. Уже просто немножко вот это напрягает. Может, конечно, я обживусь, может, я как-то успокоюсь, но пока у меня вот прям вот уже начинает защитить еще. Либо квартиру менять, либо что. Мы уже за это платили, так что... Что крепче закрой. Что меня все бесит. Все техники туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Сразу не могу сделать. Ходит, 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 ходит каждый утро. А ван валяется, лежит. Отдыхает, пусть грех. Вот я проснулась, стала заниматься работой. Отвечать на комментарии, удаляет, там, туда-сюда. А Ван проснулся, что сделал первым делом? Открыл игрушки. Даже не думает там, жена хочет завтракать, хочет. Он-то хочет всегда. А вот жена, отойди чуть-чуть. Видишь, мне и так вот пройти невозможно. Вот да, без... Как ребенок маленький себя ведет. Ну ты как маленький ребенок себя ведет. Мужику 42 годика. Жопа. Мужику 42 годика. На себя погляди. Большая. Да, мне 37. Слава богу, еще молодая и прекрасная, угу, свежая. Я думаю, может, заменить вот этого мужика? Да-да-да. Давай, уже валяй. Ну а что? Только не в штаны. Ой, какие у нас это... Прям как интересно мы разговариваем. Иди. Чай тебе сделаю. Что, как по-другому я представляла себе. Жизнь тут прям... Все бесит. Имейте в виду, девочки, будьте вот на ПМЖ долго, да, старайтесь, вот, чтобы вот действительно пространство было большое. Вот, потому что, ну, честно, даже не в том плане, что мы постоянно вместе, а в том плане, что, ну, сложно вот двигаться. То есть хочется как-то вот, вот где порезать. Вот я бы с удовольствием что-нибудь приготовила, но где вот здесь вот приготовила? Как-то так. Как-то так. Знаете, вот здесь вот так поставлю. Как будет, так будет. В общем, мои хорошие, вот когда вы выбираете квартиру, вот реально выбирайте, вот как вот вы привыкли жить. Если вы привыкли жить в маленьком ограниченном пространстве, то, в принципе, вам будет нормально. А если не привыкли, то перестроиться будет очень сложно. В принципе, если бы мы здесь не готовили, что-то не делали, может, было бы нормально. Может, как чуть-чуть оденешься на шортики? Иди одень шортики. Ну, очень красиво смотришь. Буду. Вот. Я же говорю, минусы есть. Говорю, я не привык. Я думаю, я смогу, но сейчас нет. В общем, если мы здесь останемся надолго, то мы в любом случае будем менять квартиру. Мне нужна квартира с большой кухней, один пространство. Сейчас вот пыталась пройти,
Понимаешь, вот пытаешься пройти, и здесь проходишь, там проходишь. И очень, очень маленькое пространство. Очень маленькое. Ну, оно рассчитано для тайцев. Я не знаю, для кого оно рассчитано, но... Ну, явно не для... Но жить здесь на ПМЖ, у меня уж простите. От него, наверное. Нет, постоянно. Может быть, даже я бы сжилась бы на какое-то время, но пока что меня все бесит. Меня бесит, что нету рабочего пространства. Понимаете? Да-да-да. Дожди задолбали. Куда-то собираешься? Дождь. Ну, хотя сейчас сезон такой. Да, может, я успокоюсь, обживусь. Ну, все же. Немножко это напряжно. Хлеб, блин. Я порезала хлеб вот так на кусочки маленькие. Не дай бог крошку не выкинуть. Об эти гады. Не знаю. Вот такая жизнь. Хотя, с другой стороны, в любом случае этот опыт был нужен. У меня прям, знаете, у меня была голубая мечта жить в Таиланде, домовать и так далее. Но опыт был нужен. То есть сейчас я уже вижу много нюансов, моментов, которые вот скрываются, когда ты просто приезжаешь сюда на отпуск. По крайней мере, вот если жить. Если, например, для какого-нибудь мужчины-одиночки, one bedroom будет нормально. Потому что он, скорее всего, вообще не готовит ничего, куда-то едет. Вот. Для семьи, особенно с детьми, если у вас еще ребенок, one bedroom нет, точно. А в смысле не one bedroom, а студия. Это очень мало. Да, все есть. Все, что надо есть. Но... Королевство мое маловато, понимаете? Развернуться мне негде. Вот так вот. И далековато. Конечно, если выбирать, то лучше выбирать чуть-чуть это поближе. Кондик. То есть тут вечером, например, даже если куда-то выйти. Единственное, особенно Family Mart. Все. Ну, как приказал. Вот, смотрите. Вон, 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 прям. Новый. Да, блин, самый натуральный. Сегодня вроде солнышко, опять тучи набежали. Капец. Вот дома, например, да? Когда вместе я просила Вован помочь готовить, он где-то там это, за столом что-то там режет, и я тут возле этого. И нормально. А тут вот мы вдвоем встали, все, хрен разберешься. Здесь плита, здесь это. Пространства не хватает. Ну согласен? Пространства вообще мало. Если готовить, все. Кидайте вот такая фраза, где родился, там пригодился, да. Актуально. Да, очень. Не, есть люди, которые, знаете, легкие на подъем. Встали, поехали. А я, видать, слишком домашняя. Очень сильно привыкаешь к одному месту, и все. Может быть, я себя побольше? Именно кухня. Понимаете, вот кухня. И чтобы она отдельно была. Не просто вот в комнате, а чтобы она прям вот отдельно стоящая. Туда. В общем, если на следующие года, или сейчас вот, может быть, если мы продлим, я буду искать все-таки вот с хорошей такой добротной кухни. Вот хлебушку. Ой. Ну что? Это наше наблюдение. В общем, если кто поедет, пойдет на хоп. Ладно.
Будем мы допивать, доедать. Дико извиняюсь за красивые ноги моего мужа. Но они ровные, прямые. То, что наблюдаете, наслаждайтесь. Вот я тоже красотка. Какой бы я ни была. Всех люблю, всех целую. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока-пока.